Индекс развития малого и среднего бизнеса в Китае в октябре составил 89 пунктов. Это на 0,3 пункта больше по сравнению с показателями сентября. Такие данные приводит Китайская ассоциация малых и средних предприятий. Максимальный рост показали западные и северо-восточные регионы на 0,6 и 0,9 пункта соответственно. В целом по стране доля полностью загруженных заказами предприятий превысила 40%, что значительно больше, чем в сентябре. Рост происходит под влиянием пакета стимулирующих мер и целого ряда благоприятных факторов. Позитивные ожидания предпринимателей и рыночный спрос поддерживают друг друга, вызывая постепенное улучшение индикаторов. На малый и средний бизнес приходятся 2/3 экономики Китая. Индекс развития этого сектора содержит множество параметров оценки деятельности и ожиданий на рынке. Значение выше 100 говорит о росте деловой активности, ниже – о ее замедлении. С начала пандемии показатель находится в отрицательной зоне. Однако эксперты уверены, что текущая динамика указывает на общую тенденцию к восстановлению.